Всем привет, я уже дома, очень сильно замерзла, сейчас буду себе делать чаечек и разогреваться. Также поставила отопление, хотя пару дней назад, так как у нас уже было очень тепло, мы отключили отопление, открывали уже окна, думали, что зима уже закончилась, ага, зима вернулась. И на улице где-то 10-11 градусов, но кажется, как будто минус 10 или 11. Все из-за очень холодного ветра северного и то, что у нас здесь очень высокая влажность. И этот холод пробирает прямо аж до косточек. Также вода сегодня такая мутная. Также волны есть, но волны не очень сильные, бывают и посильнее. Бывают такие моменты, что волны 8-11 метров в высоту и перепрыгивают через перила и заходят в город. Вот в старую часть города, там обычно всегда проблемы. Затапливает подвалы и всякие гаражи. Затапливает. Ну и также еще страдает район Антиго и Грос. Это тоже, что он не находится близко возле моря. И очень часто у нас здесь также разбивало. У нас есть один Пасео Нуэво, по которому можно прогуляться с одной части Портебьехи, старого города, в другую часть, к аквариуму. И бывало такое, что этот Пасео Нуэво полностью разбивало. Такие были сильные волны. Но в последнее время, так как подняли чуть-чуть уровень, были ремонты, то в последнее время, слава богу, у нас тут больше. Thank you.
тоже. Пойду я себе делать чаечек и буду отогревать себя. И также буду начинать готовить обед, потому что скоро уже придет муж, так что нужно его накормить. Сейчас себе сделаю вот этот вот чаечек. Он очень вкусный, зеленый, с седрой и вот с такими какими-то голубыми цветочками. Выглядит красиво и на вкус тоже очень вкусный. И раньше, чем заливать кипяток вот в этот заварничек с Икеи, я постоянно ставлю ложку, потому что мне как-то стрёмно заливать просто так. Постоянно боюсь, что оно там лопнет, вода вытечет. Начала готовить обед. На обед у нас будет салат, вот такой делаю вот. Здесь рукола, авокадо, лук, помидор, козий сыр, коровий сыр и маслинки. Потом еще добавлю соль, масло оливковое и бальзамический уксус. И также буду делать вот такие вот амбургесос, гамбургеры. Но буду их жарить типа как котлету и с салатиком будем кушать. Испанцы очень любят. Испанцы не делают котлеты, но у них вот очень популярны вот такие амбургесос. Я беру именно эту фирму. Это здесь, из страны басков. И, между прочим, очень вкусные и очень похожие на домашние. И вот так все это выглядит. Испанцы кушают или просто с салатиком, как мы сегодня будем кушать, или делают какую-нибудь картошечку, или спагетти, или еще что-нибудь. Но получается очень вкусно. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. У нас за окном все та же жуткая картина. Там идет дождь. Да, грустненько. Но вроде бы уже на следующую неделю передают здесь солнышко и повышение температур. Я решила сделать ванильные капкейки и уже приготовила 205 грамм муки, 65 миллилитров молока. Ванильный экстракт поставлю 2 чайные ложки, 3 яйца, 140 грамм сахара, 120 грамм сливочного масла, щепотка соли и разрыхлитель, чуть больше чайной ложечки. Я поставила разогреваться духовку на 180 градусов и здесь уже смешала сахар с маслом. И сейчас я буду добавлять яйца. Яйца добавляю по одному, взбиваю, потом еще добавляю одно, взбиваю чуть-чуть и третье добавляю и тоже взбиваю чуть-чуть. Я добавила ванильный экстракт и молоко. И сейчас еще чуть-чуть позбиваю на низкой скорости. Ну и теперь по чуть-чуть добавляю муку и взбиваю на низкой скорости. Муку перемешала с разрыхлителем. У меня есть вот такие силиконовые формочки. И я сейчас буду сюда выставлять наше тесто. Ну вот, готово. Я надеюсь, они не убегут в духовке. Значит, духовка у нас на 180 градусов, и я поставила 18 минут пока что. Но они где-то 18-20 минут делаются. И вот наши красавицы там. Все, вот капкейки готовы, и сейчас я буду уже делать крем. И крем я буду делать. У меня здесь есть сахарная пудра 220 грамм, потом какао 30 грамм. Там масло 130 грамм, сыр маскарпоне 250 грамм возьму
и шоколад 200 грамм топленый. И потом я еще сбью 200 грамм сливок и легонько вмешаю сюда. Все, капкейки уже готовы. Сверху я их посыпала тертым пеканским орехом и фисташками.